Накануне вечером 78-летний водитель легкового авто наехал на 59-летнюю жительницу. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому переходу. Авария произошла в Титовке на улице Рогачевской. После полученных травм женщину госпитализировали. Она поступила в тяжелом состоянии, поступила сразу к нам в реанимацию. Значит, проводились комплекс диагностических лечебных мероприятий. На данный момент состояние ее стабильное, продолжает пока наблюдение в условиях реанимации. В ближайшие дни при стабильном состоянии бобручанка будет приведена в отделение. По факту ДТП проводится проверка. К слову, эта авария, где пострадал пешеход, стала за день второй по счету. 6 июня ориентировочно в 13:00 в городе Бобруйске водитель, управляя автомобилем Volkswagen Caravella, двигался задним ходом по правому тротуару улицы Интернациональной и совершил наезд на 11-летнего мальчика. Известно, что ребенок получил телесные повреждения. От госпитализации родители отказались. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Мария Бересневич, Иван Боровой, Бобруйск, 360.